I'm Patrick Lancaster, and right now we're in the Petrovka district of Donetsk. And yet again, this district has come under Ukrainian shelling. Right behind me, you see this apartment building that took a direct hit, as you can see, in all of, basically, all of the belongings to the people that live in this apartment was knocked out here in the yard. And unfortunately, and we can hear some of the fighting in the distance, and unfortunately, there was a 14-year-old boy that was injured. We're told here on the ground he's got a serious injury to his leg, and he's been taken to the hospital via an ambulance. We're gonna be here on the scene, see what else is going on here, see what information we can find. Maybe we'll visit him in the hospital, maybe we won't. We'll have to see how the day plays out, because we don't make the news, we just show you the news. We hear there's other shelling, there's other apartments and homes that have been hit in this area. We might go to those. We're just gonna have to see how the day plays out. We can see here now there's gas workers working on the pipes here, repairing some of the shrapnel holes from the gas leak that was caused. And we can see some of the other workers and residents up here working on their home and getting rid of some of the blown up debris. So we're gonna continue to bring you everything here on the ground. So please like, subscribe, share. And remember, we're totally independent crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. Добрый день. Можно пару слов? Что произошло здесь? Ну, я в момент взрыва не был, я позже приехал. Ага. Ну, судя по всему, вот снаряд летел в балкон второго этажа. Ага. Этого дома. Ага. И это как мина или не знаю, да? Не знаю, да. И я слышу, ребенок ранен. Ребенок ранен. Да, да, слышал, ребенок ранен, да. Ага. Вот. Ранение сильной ноги. Ага. Вот, раздробление там, видимо, скорая забрала. Вы местные или это твоя дома или как? Да, я здесь живу. Ага, ага. И как вы подумал, какой страна, откуда это? Откуда? Вон, скорее всего, там Красногоровка, больше неоткуда. Направление, наверное, оттуда. Ага, и Красногоровка это украинский, да? Да. Здравствуйте. Можно туда? А? Можно туда? Да? А? Ну не хозяин. Можно, да? Ага, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно? А вы откуда? Журналисты. Вот только что меня снимали, Россия сегодня. Ну, проходите, я интервью давать не буду, я устала. Ага, я понимаю. Все хорошо. Ой. Это был вас, ребенок, который ранен? Что-что? Это был твой ребенок, который ранен? Да, внук. И как он сейчас? Ну, еще везут травматологию обследоваться. Собуду... Первую помощь. Что с ним вообще? Ну, я видела руку, у него там вырвана была до кости. Потом я ему перевязала это самое... Голова, в общем, сказали в Калинина, что там осколки надо оперировать. И это просто примеры пропаганды здесь, да? Прямой. Ага. И как вы думали, почему украинские стреляют здесь? Яся, иди сюда, она у меня английский чуть-чуть знает. Да, он спрашивает, почему стреляют украинские, почему стреляют в нас украинские? Я не знаю, у меня это уже четвертый раз. Это да? Четвертый раз, это прямое попадание. Первые три попало в крышу над подъездом, и еще два раза полностью здесь окон не было. Балкон до сих пор стоял разрушенный, а это уже все. Может, украинский думал военный здесь? Не знаю, здесь МЧСники, военных нет. Угу. МТ, просто гражданские, да? Это они, это как раньше пожарники были. Как ага. Пожарная часть, а теперь называется МЧС. Они приезжают там, когда какой-то случается. Ага. Но военные там нету, да? Нету военных. Ага, там. Понял. Что вы могу сказать за Зеленский? За Зеленский? Да. А уже Лукашенко все сказал. Гнида. Да? Да. И если вы могу говорить Путин, что говорит Путин?
Вы знаете, я вообще не хочу в политику. Война это вообще плохо. Вы понимаете как? Война это плохо. Вот. И когда это все начиналось, прыгали все на площади, я говорила, ничего хорошего. Революция это всегда на 100 лет откидывает любое цивилизованное общество назад. Любая революция. Я не знаю, как это все рассчитывают на демократию, но любая революция это откидывает всех людей назад. Поэтому какая она, оранжевая, голубая, белая или еще какая-то, все плохо. Угу. Это все плохо. Все, что происходило, это все плохо. Я понял. Больше я ничего не скажу. Чтобы... Страдают люди, простые люди, вот такие, как мы. Как вы думал, что будет дальше? Не знаю. Уже я не знаю. Угу. Ничего не знаю. И с твоей квартирой, что я могу... Что будешь делать? Ничего не буду делать. Дырку заделают, так и будет. Да. Ну а что сейчас делать? Я не уверена, что завтра не прилетит или сегодня. Угу. Может, нужно помочь? Люди помогают. Помогают, да. Нужно еще помочь, застроят? Помогают, вот Джеки. Нет, нужно, нужно. Нужно, а как же? И Сбербанк карта есть или русский банк карта есть? У меня пенсионная только карта. Нет, Сбербанк или карта русская есть? Карта русская есть у вас, российская? Нет, нет. Никто есть, который могу говорить, люди будут вижу, может, они хочу нет, помочь. Нет, пока ничего, пока ничего. Чтобы могли переслать на ваши... Нет, нет, у меня только карта была... Для выплаты пенсии республиканская, все. Пока так, это у вас была стена? Это мы делали сами перепланировку. Но все равно у вас была же здесь стена. Да, да. А, была вообще тогда была стена. Ну, мне да, ж надо же записать, да, что да, здесь. Стена, стена. А вы как... Я мастер Жека, я пришла описывать, что произошло в этой квартире. Ага. Для того, чтобы подать на город все данные. Угу, и мне надо записать все, все конкретно. So, счастливо. И вам тоже. All right, so we saw that apartment destroyed. Tried to get a bank card, Russian bank card for her, so someone could donate, but she's a little in shock, I think. So now we're going to the neighbor's home that was destroyed, her apartment. Hello? Можно? Ой, нет, не надо. Да пусть. Ой, снимай. Снимай. Все, спасибо. Не извините, я понимаю, тяжело. Здравствуйте. Здравствуйте. Это ваш дом? Это моего сына и невестки дом. Они целы? Да, да, их здесь не было, слава богу, целые. Ага. И что произошло? Прилетело 8 часов. На балкон и разбила все. И у свата, сват рядом живет мой. Ребенок ранило. И квартиры нет ни одной, ни второй, так что хорошего мало. И откуда это стреляет? Предположительно, с Красногоровки, эта сторона. Это украинский там, да? Украинский, да. И как вы думали, почему украинский стреляет на это? Потому что они, в кавычках, очень хорошие люди и хотят добра своим же соплеменникам. Своим родственникам. Может, кому-то это выгодно. Америке там или кому, я не знаю. Славяне между собой все уничтожают друг друга. И ума в голове нету. Зачем это надо? Война ни к чему хорошему не приводит. Может, украинский думал военный здесь? Не знаю, что можно думать. У них и беспилотники есть, и спутники, как рассказывают, работают на них. И они видят, куда они бьют и зачем они бьют. И мирных людей, и детей, и... Может, войны есть здесь? Может, ближе? Нет, здесь. Нету здесь. Никого нету. Ага. Никого. Рядом пожарная часть МЧС стоит. Вот они дома, вот они дети здесь, когда солнце выскакивает, все играются, все и все. И вот, пожалуйста, вам, что ага, творит война и что делают эти хорошие люди. Извините. Это комната, да, да. Кто там? Это... Не заходите, там дверь сейчас упадет. Сюда. Дверь может упасть, детская комната тоже. Смотрите. У вас детский, да? Да, 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 да.
Слава Богу, все целы. Слава Богу, здесь дети целы. А в соседнем ребенка ранило, 13 лет. Зарядку ребенок делал. Как он остался жив, неизвестно. Слава Богу. Да. Слава Богу, Господь, Господи. На Господа и уповаем души. Все, счастливо. Спасибо. And we can see how there's so many children that live in this apartment building. I mean, we were even told by the woman how it wasn't the first time this apartment building's been hit. Just horrible. Something needs to be done. Пока, ребята, ковры выбросили, может, там и было. Ковры все бросили туда. Хорошо, спасибо. Ну, понимаю, какое оружие, может, мина, или град, или какой? Вот, смотрите, вон осколок, смотрите, возле резиновые колеса, опуститесь, по-моему, да, не, вот. О, да. Вот. О, 155-й. 155? Да. Это западный, да? Ну, это в М3 семерке. Ага. Они имеют вот очень характерный, очень широкий поясок. В советских снарядах такого нету. Ага. Да, это вроде западное оружие. Да. А еще. Лестница нужна, да? Вообще, да. Лестница у меня есть. And as you see, we were just pointed out these shrapnel pieces from the father-in-law up there. And these appear to be under the best of our abilities to identify them. If we're wrong, comment below, or if you know some information we don't. But these appear to be a M549 155 millimeter shell that came down here on this civilian apartment building. And this M549 is supplied to Ukraine by the West. So Western ammunition again is coming down on civilian homes and apartment buildings. This is a fact. The West is supplying Ukraine with weapons they are shelling civilians with. There is no question about this. This isn't the first time. This isn't the second time. This is a continuous thing. Ukraine is shelling civilians with the weapons that the West is supplying it. Your tax dollars are supplying weapons to Ukraine that are shelling civilians. Please like, share, and subscribe. Remember, we're totally independent crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. Now we're going to go get some information from other parts of Donetsk and do our best to find out what else we can find for you today, because the Western mainstream media won't show you these facts. По сообщению мэра Донецка, на улице Композиторов была ранена женщина 69-го года рождения. Сейчас мы отправимся туда. 63-го года рождения. Сейчас мы отправимся туда, посмотрим, что там произошло. Это недалеко, да? Это недалеко, да. 300 метров. Ага. Может быть, здесь спросим. Да. Ага. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по сообщению было, по улице Композиторов была ранена женщина от обстрелов. Это туда. Это не в эту сторону, туда где-то. Там Салтыкова-Щедрина, да, было попадание, а еще по улице Композиторов где-то. А Композиторов, это как рассказать? Вот магазин будет, да? Фортуна который? Не. Вот это где Фортуна, вот это как раз улица Композиторова идет. Ага. А потом она выходит сюда, я не знаю, в это, а дальше на Басилево. И во дворе там будет. Понял, спасибо, все, спасибо. За Саксом это, вот это Композиторов. За Саксом повернете, и там кто? Ага, спасибо.
слышу, тут женщина ранена утром. Ну, это вот 26-й дом, там разрушения. Были ли там уже? Да, мы был там, это Рубюник был ранен, but we слышу, тут тоже женщина. Тут я не знаю, я выходила, покупала воду за женщину, что ребенок 9-го года рождения ранен. Ага. Ну, хорошо, все, спасибо. Спасибо. All right, well, done everything we can check here. Maybe happened at the same time with the buildings being so close. Might go to the hospital to check it out. We'll let you know. All right, so we've just gotten word that apparently there was another child injured by Ukrainian shelling in a total different part of the city, in the Kubishevsky district. Now, this child was reportedly born in 2015, so he's about 7 or 8 years old right now. We hope the best for him, but we're racing there to the scene to try to document the situation on the ground as it is. Здравствуйте. В Казань, да? Туда? Ага. Це вже тридьома лишають. Вот это жесть. Это где ребенок был? Ребенок был там? Вот здесь был ребенок. Ага. И как он сейчас? В больнице. Будет нормально? Ну, осколок в щеке. Угу. Извини, то по вопросу зубы хоть на месте? Да, там осколок, короче, это. Ну, в щеку влетело и все. Ага. А, so, в принципе, прилет был там. Вот они, вот он был прилет. Ага. 155-го, 37-ки. Вот окна, вот они осколки. Сюда полетели. Вот, ага. Крыша, туда все, вот все полетело. Это ага. Его фотография. И он был... Да. Он был тут, и просто школа прямо он, да? Да. Ага. Он на диване лежал, смотрел телевизор. А, это он, да? Да. Я пошла проверила. Может сказать, где мы находимся сейчас? Грабарий, Кубишевский район. Угу. Город Донецк. И что произошло здесь? Ну, мы сидели все в доме, трое детей и мы. Мы вышли в магазин и пошли прилеты. Пока мы пришли, трое детей на улице уже были. Один в крови, полностью в крови. Ну, как бы повреждений нету. Угу. Но был в крови, сейчас все дома, младшего повезли в больницу. Ага. И как он будет хорошо или тяжело? Он повреждений, умыли, повреждений грубо нету на лице, там чуть-чуть царапины, но он был весь в крови, не знаю. Ага, умыли, понял. Вроде ничего, может с носа кровь, может с ушей, я не знаю. Ага, сейчас понял. Ребенок в больнице, смотрят врачи. Ага. И тут, тут военный здесь, или это гражданские, или что? Нет, здесь обычные люди, мы живем здесь все. Ага, войны дети нет. Все время, мы на работе, дети сами дома, все нормально всегда. Ага. Даже никто не ожидал, что сюда прилетит. Ну, обстрелы идут, конечно, мы все слышим. Ага. Ну, это просто, не знаю. Как вы думаете, почему украинские стреляют здесь? Тут я не могу сказать, я не знаю. У меня слов нет. Угу. Почему? Я говорю, там война. Ладно, мы слышим войну. Почему сюда летит?
Малой здесь лежал. Здесь дети, здесь вот мы живем, мы ходим на работу, мы живем. Почему сюда летит? Угу. У меня без слов. Угу. Что вы могу сказать за Зеленский, если могу говорить он? Да тут даже не Зеленскому, тут, наверное, сразу с Соединенным Штатом надо говорить. Окей, давай, говори. Что, что ему сказать? Что вы могу говорить Байден? Ну, бесполезно говорить, я не свое решаю. Это мое мнение. Решают там, выше. А что вы, что вы хочу говорить Байден? Не знаю. Угу. Я не могу сказать, но решается все там. А мы просто страдаем. Мы хоть тут, хоть в Украине люди, мы все страдаем. И украинский народ, и здесь народ, мы все страдаем из-за их принципов. Они решают все. А мы просто мучаемся, и наши дети мучаются. И вот что последствия какие. И можно, что вы могу говорить за Путин? Путин то же самое, это все вышки. Угу. Это все они решают. Пока угу. они не решат, ничего не будет. Угу. Каждый решает свою сторону, все. Мы просто страдаем, мы никто здесь. Понял. Пока они не решат, у нас мира не будет. Дай Бог, чтобы они решили между собой все. Это мое мнение. Как в Украине там люди, мне тоже там их жалко, они тоже там страдают. Это все люди. Решение выше. Там, где они сидят. Путин, Зеленский, все это. Соединенные Штаты, все решается выше. Так что, угу. а мы просто страдаем. Вот дети просто пострадали. Один в больнице. Пока неизвестно, что с ними, как, какой у него там шок, не шок, что там, я не знаю. Ждем. Приедут, будем видеть. Все, спасибо. Извините. Опять. Что это? Прилет где-то. Да? Петровка или там, я не знаю. Где-то опять. Это постоянно? Это постоянно. Угу. Это и днем, и ночью. Угу. Вдалеке это постоянно, но сюда... Оп. Это площадка, опять прилет. Ага. Это постоянно. Это всегда, это каждый день. Ага. Хоть 2-3-5 прилетов, но вот опять выход. А. Опять прилет. Да, слышал. И вот живем, это для нас нормально. Как далеко это падает? Ну, если пешком, наверное, минут 20 пройтись. Ага. И это все время. Ага. И так мы живем. То в одну сторону, то в другую, то в третью. Да, но этого не ожидали, конечно. Притом дети дома. Извините. And as you can hear, shells are coming down now, not far that way, and you can see these shrapnel pieces. Now, this could be the 155 millimeter again. We're not professionals here, but this, it could be. If you know for sure, comment below. But this is definitely a hotter area. We talked to the woman, she didn't expect this. Thank goodness there was only one of the three children that were injured, and hopefully it wasn't too heavily injured. We're praying the best for him. But you see how this house is destroyed. What else can we show you? These are the facts. Ukraine shelling the civilian areas of Donetsk. Please like this video, subscribe, share it across all social media to show the world what's really going on here, and watch reports from both sides of the line, not just my reports, but also on the others, so you get a full idea of what's happening. And remember, we're independent, crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description.